Всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Наконец-то я себе сделал футболочку. Если вы хотите такую же, возможно, я буду их продавать. Фиг знает. Если, ну, куча людей наберется, то я сделаю один большой заказ, и потом уже буду всем вам рассылать. Но это если вы захотите. Короче, сегодня слушаем альбом Asha Prince, Assorti. И еще один сингл «Манекен». Вот, что я хотел сказать. Я уже как-то тут, по-моему, слушал два, каждому свое, и еще какой-то, я не помню какой. Ну, типа, я не стал полностью этот альбом прослушивать, но меня просили вы в комментариях. Собственно, давайте слушать 15 треков. Надеюсь, как на одном дыхании пройдет. Интро. Интрухи с Криптонита напоминает. Тоже болтовня какая-то, улица и так далее. Неинтересно. Наркоманские мутки. Рэперские. На лету. Это же, по-моему, он второй в клипе каждому свое. Да, дело вроде. Ты веду, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Время сузит круг, деньги пусть идут. Деньги пусть. Ну, в общем, Принц — это такой лайтовый трэп. Артист. Ну, в общем, все понятно и по тексту. Такой легкий лайтовый бит. Но есть интересные моменты. Низ Nike. Бас клевый. Забавно. Ну, знаете, что я хотел еще сказать? Мне нравится, как он интегрирует какие-то известные слова, типа вот Noob Side, G-G-G-G-Unit, Байки, я не знаю, это у вас что-то там, наверное. Ну, короче, я думаю, вы поняли, да, что я хотел сказать? Мне кажется, это весь... А, ну, хотя, если это Assorti альбом, то, возможно, логично вообще подумать, как бы, то, что здесь будет что-то прям вообще вау-вау-вау. Но пока два трека похожи. Такой, покачать просто. Ну, мне кажется, в тачках вообще нормально слушать его. Но мы-то ждем что-то такое очень крутое, чтоб удивило. Ну, мне такая, наверное, музыка нравится. Броник. Дует, продувает, дует, продувает, где? Интересно, я что-то вот не помню, у него же нет, по-моему, фита с Адилем. Тоже как-то скучненько. Это уже, по-моему, второй трек, где такие, типа, зависания, да? Пацы-пацы, пацаны, там, ая-ая. И до этого было... Это прикольно. Ну, типа, не надо с этим борщить, я думаю. И тем более, прям сразу в следующем треке. Норм. Вступление. Как слышно? Окей, for a beat now. Так, гитарочки, что-то, походу, интересно. Ара, не ступи, но доставай уже. В камеру улыбки наснимают же. Все наши ошибки обсуждают. Бля, ара, не ступи, но остывает же. Ну, мне пока нравится, прикольно. В камеру улыбки наснимают же. Все наши ошибки. И битло крутое. Бля, ара, не ступи, но остывает же. Короче, я добавляю себе этот трек. Буду балдеть. Нормально. Нормально. Не норм, типа, а нормально. Да не, хорошо даже, я бы сказал.
все ошибки обсуждают. Так, какой следующий там? Подожди. Ее зубы начинают сотрясти. Ага. Это как? Блин, трек какой-то был старый давным-давно. А что это за земляничка? Ага, может быть клубничка. Ага. Такие. Простенькие припевы. А, это вообще переход был. Но интересный переход. Ну и припевы, да, собственно. У него же, в принципе, нормальный английский. Делал бы на английском. Короче, этот трек «Подрасти» тоже такой. Каждому свое мы слушали. Будем слушать «Карусель». Ну что ж, окей. «Карусель». Суета забирает мой день. Если так, я хочу улететь. Суета забирает мой день. Если так, я хочу улететь. Это пустота, охладила постель. Ее красота на мою карусель. Суета забирает. Прикольно. Мой день. Не ждал я танцевальное что-то. И здесь, кстати, Tony Tonight, прикольно. Дай мне доступ. Прыгай в карусель. Ну, у них разные понятия, что такое карусель, да? Аска тут говорит прыгать в карусель, а у Тони это девушка и карусель. Короче, это вообще так-то, ну, поп-песня, и им надо снимать клип, если до сих пор нет на эту песню клипа. То да, эта песня, мне кажется, вообще уже должна разойтись. Точка или запятая. Любишь, не знаю, вроде к тебе не растаю. Правда, скажи мне, родная. Точка или запятая. Точка или запятая. Прикольный гитар там. Любишь, не знаю, вроде к тебе не растаю. Правда, скажи мне, родная. Точка или запятая. Ого, тут даже три припева, ой, куплета. Припевов тут вообще очень много, как я посмотрю. Ну... Норм. Сегодня слово выпуска норм. Уяде. Короче, я этого не пойму ничего. Нифига он не похож на татарский. Даже так странно как-то пишется. Но есть типа там у. Но у вас еще есть ай. Уядем. По музыкальной составляющей есть интересные моменты. Вот и все. Так, будь со мной. Дуди. Или... Ну, Дуди, скорее всего. Хватит зависать на мое тело. Хватит, я немного опьянела. О, это девушка, что ли? Хватит зависать на мое тело. Хватит, я немного опьянела. Расскажи мне все, что накипело. Девочки, не из твоей новеллы. Будь со мной. One more time, не WhatsApp. Ну, я, походу, добавлю себе этот трек. Прикольно. Больше из-за музла. Ну и голос девчонки крутой, приятно слушать. Ну, в принципе, тут все понятно. Настра нет. Калайся на дико. Так резко начал.
собака, пес ко мне. Голосом, где собака, пес ко мне. Чтобы наши раны залечил в момент. Yeah. Ну, клевая долгая концовочка, как мне нравится. Чисто бит, когда идет. Вот. Ну а трек простенький. Вообще весь альбом. Я не знаю, что вы мне его советовали послушать. Может, я просто не вкуриваю, не догоняю. Вообще, им не надо шабануть что-нибудь. ZBL. Нормальный припев. Я, если честно, думал, что я добавлю этот трек себе. Но вот эта вставочка английская, она мне не очень зашла. Мне будет неприятно слушать это все. Особенно окей. Вот это. А так, да, норм. Но я буду иметь в виду то, что если мне нужна будет вставочка, все заебало, то я отсюда возьму себе. Не по пути. О-о-а-у. Делились победами, музыки преданы. Забили и делали полосы, черные полосы. Полосы белые полностью. Ну так-то серьезный трек. Это вот, это еще даже второго куплета не было. Я уже думал, ну типа все, сейчас кончится. Серьезный трек. Ну можно себе добавить, да. Утро 1-1. Я думал, сейчас опять ничего не будет, чисто болтовня какая-то. Мама, это музыка что-то. Душу ей продал, с нею все эти невзгоды. Вызываю 1-1. Ну давайте на этой ноте я начну говорить. Довольно спокойный, простой альбом. Особо ничем не удивил. Ну, карусель как-то выбивается, наверное, из всех этих треков. Такой более танцевальный, в общем. Вторая часть альбома, она более серьезная. Особенно вот с Настра нет, по-моему. Ну, вот последние три трека, это точно. Вот. Были треки, которые понравились, в принципе, которые я себе добавил. Вот, ну а так, как я и сказал, собственно, просто. Давайте послушаем «Манекен». Я без тебя, манекен. Я без тебя, вижу люди с твоим именем. Никуда я не уйду, мысли ловим на лету. Имя ее не забыть, так же, как я стану. Я без тебя, манекен. Я без тебя, вижу люди с твоим именем. Ну, короче, так же, простенько. Спокойно, лайтово, как еще вам сказать, не зашло. Вы уж меня извините, конечно. Не, ну типа норм. Не прям вообще. Короче, все, я даже больше ничего не хочу говорить. Все, это была простая прослушка. Это было просто мое мнение. Всем спасибо, пишите комментарии. Всем пока. Check it out.